Такую масочку хочу сейчас нанести себе на лицо. Искупалась, как раз лицо очищено. Нанесу масочку и буду просто красотка. Пришла Ангелуша. Просит ее расчесать. Будем сейчас расчесываться. Становись. Потому что нужно обрезать волосы немножко, чтобы он не путался. Она не хочет обрезать. Да, звезда моя? Угу. Она хочет длинный. Длинный хочу, а расчесываться не хочу. Пусть мамочка расчесывает каждое утро. Давай другую бочку. Сделала мамочка себе, называется, масочку. Пой хвостик, а потом я тебя заплету. Мы пойдем в поликлинику с ней. Угу. На прием нам сегодня. Беги за резинкой. Давай, красивую она уже принесла. Могла бы дешевую принести, тонкую. Но все равно хвостик, потом я тебе переплету. Давай лучше хвостик. Да сейчас, и пожалуйста, выключи суп. Ханя сюда пошла выключать суп. Я буду наносить себе вот такую вот масочку. Нос вообще не дышит. Не знаю, что делать с этим носом. Температуры нету. Горлышко болит слегка. Можно сказать, прошло. У меня по лицу пошли пигментные пятна. Надо, наверное, знаете что? Купить маску пигментации. Не знаю, никогда не было пятен. Пошли пятна. А можно тебе выдать? Нет, не надо. Для взрослых. Ангел, что мы ещё? Ну, конечно, ты же ребенок. Не забывай об этом. Ты можешь только кремиком попользоваться. Все, что тебе можно. Мама, давай сюда кремик. Сейчас все бросила и побежала, дала. Вот ты не знаешь, где у нас кремики лежат. Кремики на полочке? Да? Пойду со кремиками. О, смотрите, уже начинает действовать, видите? Что начинает? Масочка начинает свою работу. Ладно, наконец-то. Ой. Жидкость. Наверное, тоже была лишняя. Ну что, посмотрите, какая она уже стала вся пушистенькая. 10 минут нужно сидеть. Так, коктейль витамины А, С, Е, Ф позволяет компенсировать недостаток витаминов и антиоксидантов в коже, стимулирует выработку естественного коллагена, эластина, наполняет кожу упругостью, придает красивое сияние. Буду сиять. Так, активные фруктовые кислоты, молочная и гликолевая. Обеспечивает коже глубокое увлажнение, стимулирует процессы обновления кожи, осветляет пигментные пятна. О! Только сказала, у меня по лицу пошли вот здесь вот, у меня у мамы пигментные пятна. Сейчас заметила и у меня. Просто раньше, наверное, я ездила на море, и все время я загораю всегда хорошо. Подожди, я все время темная. Я, наверное, их поэтому никогда не замечала. Может, они у меня и были, но их никогда не замечала. А сейчас прямо так вот хорошо видно, что вот так вот получается. Они как бы немножко вот здесь и сюда идут. Так. Мама, тут у тебя пусто. Чего страшного? Здесь она уже впиталась. Здесь я уже сияю, зато посмотри, как у меня на носу какой висит сугроб. Да. Так. Следы постанкне,
и другие несовершенства делают цвет лица ровным, чистым и нежным всего за 10 минут. Кожа становится невероятно чистой, увлажненной, гладкой и сияющей. Так, использовать 1-2 раза в неделю. Я пользуюсь один раз в неделю, но есть еще одна такая штучка есть. Она двойная идет и стоит совсем копейки. И мне, кстати, она нравится больше, чем тканевая. Вот классная шапка. Не обязательно может быть апельсинка, может быть все что угодно, но она не классная. Эти масочки мне очень сильно понравились. Так, посмотрите, какая я стала пушистенькая вся. Короче, я пошла ее смывать. Ну что, смыла? Действительно, лицо класс. А как ее приятно смывать, слушайте. Супер! Вот какое лицо. Такое нежненькое, такое, ну не знаю, ну такое хорошенькое. Сейчас поведу Ангелушу в свою поликлинику, зайду, там как раз радужка, вот магазин, я так смывалась, чтобы у меня волос мокрый. Куплю еще. Все, всем пока-пока.